Настройка света и проверка звука. До выхода участников на сцену считанные минуты. Зал замер в ожидании шоу. Третью финальную игру студенческой лиги КВН студенты Крымского федерального университета ждали целый год. В это время последние приготовления проходят за сценой. Здесь в вокальном классе уже готовится команда «Уж замуж не втерпешь». Узнаем, насколько участники готовы. Ребят, насколько готовы? Всегда готовы. Что будете показывать? Шутки, юмор. Надеемся, что очень смешные, да, и залу очень понравится. Не только шутки, еще и песни с танцами. Последний прогон домашних заготовок, и можно передвигаться ближе к сцене, за кулисы. Здесь царит особая атмосфера. Конечно, мы переживаем. Мы не можем подвести людей, которые пришли сюда повеселиться. Ребят, ну на что настроен? На победу. На победу мы хотим, конечно, в Сочи. На подготовку и написание шуток у ребят из четырех команд был месяц. Соревнуются в три этапа. Приветствие, разминка со звездами КВН и конкурс «Знакомая история». Ты должна была охранять торт, а не есть его. Они хотели вам подарить всего лишь торт. Но я-то по-настоящему знаю, какой вам нужен подарок. Поэтому вот я... Борьба на сцене Академии биоресурсов и природопользования развернулась нешуточная. Команды импровизируют и выкладываются на всю. Малышка, тебе не надо ехать в Рим, чтобы увидеть папу. Я здесь. Смех, свист и шум оваций во время выступления. Напряженная тишина при подсчете баллов. Члены жюри переживали не меньше самих участников. Эмоции только самые положительные. Я, если честно, положа руку на сердце, ожидал даже меньшего. Но ребята старались. Я сам как КВНщик, да, как это принято, и все знают, что КВНщиков бывших не бывает. Я знаю, сколько сил положено. У каждой команды свои преимущества. Острые шутки, необычные костюмы. К юмористической игре привлекли и родителей, и ведущего, и даже сотрудников вуза. Члены жюри совещались долго, прежде чем определить победителя. Главный приз финала студенческой лиги КВН Кубок Ректор в руках участников команды «Чё почём». Но это не все сюрпризы. В январе на международный фестиваль КВН «Кивин» они едут не одни, а вместе с командой «Уж замуж не втерпешь». Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня.